Вы знаете, мы помним многих великих людей, они навсегда останутся в истории нашей страны. Но помним их не потому, что они где-то мумифицированы, а помним потому, что они сделали действительно огромный вклад. Мы христианская страна, мы должны вспомнить, что в нас все-таки есть духовность. И когда мы, нарушая все религиозные традиции, мы на месте, которое посещают огромное количество туристов, делаем кладбище, вы знаете, я считаю, что мы, наверное, делаем какие-то нездоровые шаги.